Здравия всем, друзья мои. Это коротенькое видео я хочу снять, потому что я начинаю выкладывать видео со своими цветочками на свой канал. Все, кто хочет написать какие-то комментарии, пишите, пожалуйста, под этим видео. Берегите себя, берегите своих близких, постарайтесь не озлобляться, постарайтесь максимально нести любовь и свет в мир. Зла и так хватает, его много, оно агрессивное. Но мы, женщины, мы должны приумножать прекрасное, приумножать любовь, прививать своим близким, своим детям любовь к планете, любовь ко всему живому. Слишком много зла, слишком много горя, слишком много беды в этом мире сейчас происходит. Страшное горе в моей родной Украине. Страшное горе и страшная беда. Но, к сожалению, Украина не единственная страна, в которой такое страшное горе и такая страшная беда. Есть еще множество других стран, они есть, они были. Есть Афганистан, есть Сирия, есть Пакистан, есть... что там даже в Израиле латентный конфликт. В общем, как ни страшно, наша планета не жила ни одного дня в мире и покое. Ей очень больно. Девочки, планете очень больно. Давайте постараться не озлобляться. Все, не проклинайте. Все, кто хочет проклясть, благословляя, пишите мне, я знаю пару секретиков, как проклясть благословением. В общем, это просто. Достаточно об этом только подумать. Благословение — это гораздо более чистая энергетика. И тем не менее, дающая силу вам, вашим близким. Старайтесь не приумножать зла. Остальные мои видео будут сугубо о цветочках. Мира во всем мире, мира в вашей душе, здоровья вам, вашим близким. Берегите себя, берегите своих близких, любите всех, любите нашу землю. Всем мира, пока-пока.